А будет ли изменена схема движения на перекрестке энтузиастов и проспекта строителей? Нет, не будет это изменение. На рабочей группе долго мы этот вопрос рассматривали, и те предложения, которые как бы те же жители как бы говорили о том, что сделайте прямой перекресток. Ну, наше мнение, это ухудшит ситуацию. Там есть сейчас рабочие группы работают по определению, скажем так, вариантов, чтобы коллапс вот в этих, как в пробке, когда у нас в час пик, от них избавиться можно и другим путем. Ну, во-первых, это исторически, как бы, да, то есть вот этот процесс, как бы, разворотное кольцо, оно всегда там существовало, как бы, и изменять его, то есть мы делаем в других местах наоборот, их организовываем для того, чтобы уже установлено, если прямой перекресток, он подвержен больше ДТП, по безопасности он хуже. Может, прямо 2 года назад такая летала идея сделать надземный пешеходный переход через проспект строителей, такую эстакаду для пешеходов, а как-то от нее уже отказались от идеи? Нигде я ее следов не вижу, этой эстакады, но по наблюдениям, вот где бы мы их ни видели, внешний вид у них не всегда хороший. Поэтому придерживаться этой идеи, как бы, то есть я думаю, что там все равно найдется альтернативный какой-то вариант, даже по регулированию пешеходного перехода, и это попробуем восстановить этот процесс.